25 ноября в библиотеке Северо-Восточного федерального университета состоялась пресс-конференция по итогам второй всероссийской образовательной акции «Географический диктант». Якутия вновь стала лидером по количеству участников. Кознание прошли более 20 тысяч человек. Как отметил заведующий кафедрой экологии Института естественных наук Михаил Чиросов, активность проявили жители Вилюйской группы районов. Например, в Нюрбинском и Вилюйском улусах диктанты написали около 800 человек. На итоговой пресс-конференции организаторы представили результаты географического диктанта по Якутии, а также рассказали о наиболее распространенных ошибках. Координаторы акции отмечают, что большой вклад в проведение диктанта внесли образовательные учреждения республики и администрация города Якутска.